Режим карантина на Кубани продлен до 11 мая включительно. На краевом заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор отметил, что ситуация в регионе остается сложной. За последнюю неделю количество зараженных менялось от 51 до 84 в день. Всего на сегодняшний день в крае более 1000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Поэтому важно остаться на самоизоляции. На этот период межмуниципальное движение разрешено только по красным пропускам. Внутри муниципалитетов сохраняется беспропускное окно с 10 до 16 часов. Оно по-прежнему действует только для тех, кто передвигается на личных автомобилях. Парки, скверы, набережные, детские площадки будут закрыты. Движение общественного транспорта сохранится только в утренние и вечерние часы. С 30 апреля по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора вводится обязательный масочный режим. При посещении магазинов, аптек, рынков обязательно надевать маски. Приближаются майские праздники. Несмотря на хорошую погоду и сложившуюся традицию встречать 1 мая на природе, в этом году нужно остаться дома, воздержаться от посещения друзей и родственников, пикников на природе. Согласно этим рекомендациям, в целях недопущения распространения коронавируса ограничено пребывание граждан на побережье Азовского моря, берегах рек Протоки и Кубани на территории Славянского района. Для патрулирования территории будут привлечены дополнительные силы казаков, дружинников, сотрудников правоохранительных органов. В целях пресечения нарушений ограничительных мер в ежедневном режиме работают районные отряды самоконтроля. К нарушителям будут применяться штрафные санкции.